Итак, доброго здоровья, уважаемые посетители канала. Сейчас мы с вами разберем письмо Николая. Здравствуй, Петрович. Хочу с вами посоветоваться. Правильно, надо советоваться. С апреля начал очищать кишечник. Это дается очень тяжело, сил не хватает, вынужден делать перерывы. Использую воду из-под крана. До этого из-под крана использовала, сейчас из-под фильтра обратного осмоса. С ней намного легче, чем из-под крана, как и раньше делал. Значит, сразу же поясняю. Ни в коем случае не делайте клизмы с водой из-под крана. Да что такое? Приветствую вас, Валентин. Да, приветствую, приветствую. Где? Я сейчас вот у себя во дворе, на качелях. Не понял. А думаешь, я только сейчас на заехали в город. Ну хорошо, давайте, отдыхайте. Мы уезжайте. О, молодцы. Вот так и надо. Ну, вот смотри, я взял плавки с собой, да? А. Так что, если что, я с удовольствием поеду. Хорошо, я как надумаю, тогда позвоню тебе, буду заскакивать к тебе. Еще. Да. И еще. К нам пришел этот самый купорос, железный купорос. Ух ты! Для обработки дерева. Я его выкатал. И мне нужно и тебе тоже. Можно будет набрать парочку. Хорошо, понял. Да. Хорошо, давай. Обнимаю. Пока. Так вот, немножечко перебили. Дело в том, что микрофлора в тонком кишечнике. Довольно-таки нежная, и поэтому вот эта хлорированная вода, которая убивает разного рода ненужных бактерий, чтобы мы просто-напросто с вами пили обеззараженную воду, будет очень губительной для микрофлоры толстого кишечника. Поэтому делайте либо с кипяченой водой, либо с родниковой водой, которая там чистенькая, либо еще, но ни в коем случае, чтобы там не было никакого хлора, потому что вот такие вот клизмы для некоторых могут вообще пройти, они не почувствуют вредного действия, а наоборот, ну, хорошо промыли. А что касается других, могут быть довольно-таки серьезные проблемы. Чтобы вы это знали, значит, клизмы делайте с водой, в которой нету хлора. Это первое. Далее, вот есть, знаете, очищение для разного рода людей. То есть люди, их можно так подразделить, у которых отличное здоровье, они практически никогда там ничего не делают. И есть люди со слабым здоровьем, с очень слабым здоровьем, для которых любые очистительные процедуры являются своего рода нагрузкой на организм, которую тяжело они переживают, вот как в данном случае, тяжело. Поэтому, ну и средние люди, так более-менее здоровые, для которых, так сказать, любые процедуры они осваивают довольно-таки нормально и чувствуют себя хорошо. Что бы я порекомендовал для людей, особенно
ослабленных, пожилых, ослабленных, для которых всех вот эти очистительные процедуры накладывают большую нагрузку. Больше естественности. Важно понимать, что наш желудочно-кишечный тракт, система самовосстанавливающаяся и самоочищающаяся. У нас происходит следующее, что вот если взять стенку, допустим, кишки, то она слущивается внутрь. То есть клеточки здесь отмирают и слущиваются, а другие на ее место становятся. И если мы просто-напросто с вами будем следовать такому питанию, в котором достаточно мягкой клетчатки, ну вот, примерно недельки 2-3 будем так питаться, то мы очень хорошо и мягко очистим с вами толстый кишечник, без всяких, знаете, каких-то эксцессов и прочего. Плюс у нас есть сокотерапия, свежие соки. Сейчас у нас дело идет к лету. Появляются овощи, фрукты, которые можно использовать. То есть настает время для того, чтобы мы активно занялись вот сокотерапией. Для того, чтобы мы с вами больше использовали... Да, это собачка моя чихнула. Использовали свежих овощей. Да хотя бы даже сухофрукты. Вот лично мне, знаете, что нравится? Обычно вот такие вот плоды хурмы. Но когда ее высушивают, она становится сладенькая. И получается вот, вот такая вот сжатая паста. И когда мы с вами используем с чаем хурму вместо сахара, у нас получается сладенькая. И вот это вот съел одну-две хурмы, мы с вами получаем большой объем клетчатки в области кишечника тонкого и толстого, который вбирает в себя разного рода там шлаки и очищает. Это очень важно понимать. Таким образом, если вы зарядите сейчас вот сезон сушеной кухни подходит к концу, но все равно можно приобрести, достать. И будете использовать вот так вот, съедать, ну, примерно до 5 вот этих сушеных плодов с чаем, компотом, какими-то там своими отварами и так далее, то вы прекрасно почистите, естественно, свой толстый кишечник. Большой объем создается, впитывается разная ерунда, кишечник хватает. И знаете, это нету какого-то такого, грубо говоря, искусственности какой-то. Происходит все естественно. Просто это надо понимать. Далее. Надо понимать и следующее, что у нас для того, чтобы нормально работал кишечник, нужны свежие вещества, которые обладают, живыми витаминами и так далее. То есть, чтобы там были действительно и живые витамины, их обилие, и структурирована вода, и разного рода клетчатка там, и все эти биологически активные вещества, которых огромное количество, свежевыжатых соков. И сейчас как раз начнется, вы можете использовать молодую свеклу, столовую ложку молодой свеклы, сока, и туда, допустим, 100 граммов сока огуречного, 100 граммов яблочного сока или 200 граммов просто-напросто сока огуречного. Пить это утречком натощак, и у вас все будет нормальненько. Ну, пойдем дальше. Как говорится, не все так просто. То есть можно все это, естественно, добиться, укрепив слабый организм, а не предъявляя к нему повышенные требования за счет вот этих очистительных процедур, которые не совсем естественные.
Итак, мы разобрали, какую воду использовать, что лучше делать. Очень хорошо дополнительно для того, чтобы организм подзаряжался, ходить. Я люблю ходить. Вот. Минут по 40. Для того, чтобы вот это вот все еще получало встряску у нас в кишечнике, это способствует лучшему отходу. Потому что мы у вас сели и сидим, ничего у нас не движется. А когда мы идем, все-таки идет сотрясение, это способствует очищению. Очищению вообще лучше циркулирует кровь, лучше циркулирует, особенно важно понимать, это лимфа. Потому что вся грязь в основном в лимфе. Из-за того, что много грязи в лимфе, у нас получается нету сил. Мы ее пытаемся обезвредить. Так. Дальше. Очень много отходит слизи через нос, легкие. Забыл в прошлый раз написать, что уже лет 30 у меня хронический гайморит. Нос через раз дышит. Разберем вот эту вот особенность. Смотрите. Откуда берется слизь? Откуда берется слизь? Много слизи отходит. Слизь, смотрите, давайте проследим путь слизи. Мы видим конец. Это слизь у нас в носоглотке, в легких. Далее. Как она подходит? Она подходит к нам через кровь. То есть в крови имеется огромная масса ненужных веществ, которые в виде слизи организм пытается выделить. Потому что больше ничего не выделяет слизь. Слизь выделяет носоглотка и легкие. Но образуется, вернее, появляется слизь из крови. Постойте, законный вопрос задаем себе. А как она попадает в кровь? Кровь – это такая субстанция, которая имеет определенные констанции свои, за которыми организм, знаете, четко следит. Откуда она появляется там? И поэтому организм пытается от этой слизи избавиться через легкие носоглотки. Значит, основной поставщик слизи – это желудочно-кишечный тракт. То есть всасывает все откуда? Всасывается все из кишечника. Из кишечника тонкого, из кишечника толстого. Если из кишечника тонкого всасывается питательное вещество, то из толстого кишечника в основном всасывается вода, а раз там имеются разного рода непереработанные вещества или еще там какие-то там, то все это всасывается. Следующий вопрос идет по этой цепочке. Смотрите, как мы последуем. Позвольте, а почему в кишечнике у нас вот идут какие-то процессы, которые приводят к тому, что всасывается слизь в кровь? Это говорит о том, что имеется недостаточность пищеварения. Пищеварительная система этого человека слабый. И вместо того, чтобы полностью переварить пищу и усвоить ее, в кровь всасываются полуфабрикаты, которые болтаются по организму в крови. И как ненужные вещи, и организм их выводит. То есть уже на это, смотрите, организм не получает от питания достаточно энергии, он уже слабнет. Далее он должен вывести вот эту вот слизь, которая тут болтается у него в организме. Вот этот слизистый субстрат. Это тоже энергия тратится. Поэтому откуда же будет энергия у человека? Раз вот так вот работает пищеварение, и постоянно надо кучу слизи выводить из себя. И вдобавок это все продолжается сколько уже лет? 30 лет, то есть в течение 30 лет у человека это все идет, а он никак не сообразит, почему вот эта вот слизь образуется, и в результате, когда все это выделяется через носоглотку, на этой слизи, как на субстрате, на питательном субстрате, развиваются бактерии, которые начинают вести вот разного рода гноеродные процессы,
И в результате возникает гайморит. То есть, видите, вроде мы пытаемся лечить, вот если так взять, гайморит там, или там какие-то там бронхит, но при этом не понимаем, откуда образуется слизь. Поэтому наша задача путем правильного питания настроить свой организм, и в частности желудочно-кишечный тракт, на то, чтобы он переваривал пищу. В первую очередь не надо запивать еду, потому что запивая мы нарушаем, мы как раз способствуем тому, что все это способствует ухудшению пищеварения и образованию слизи в организме, которая потом вот так вот выделяется. То есть не запивать, тем более холодными напитками. Далее, используйте раздельное питание, помогайте своему организму в переваривании пищи. Далее, используйте такие продукты, которые были бы естественны и понятны нашей пищеварительной системе. Сейчас огромное количество продуктов выпускается пищевой промышленностью и все, которые считаются, о, мол, это хорошо и так далее, и уже тут целое поколение на них выросло и считает, что это нормально. Огромное количество больных людей появляется. И они уже считают, что это и нормально, это поколение слабое. А слабина это из-за того, что создается вот такая вот в нашем обществе отношение к продуктам питания, к поглощению пищи неправильно. И в результате это все порождает вал самых разнообразных болезней. И в первую очередь это идут вот эти вот разного рода слизистые болезни, которые, от которых дальше уже начинается. Слизь болтается по организму, по сосудам. Это значит, сосуды портятся. Это повышается давление, потому что вот эту массу слизистую попробуют прокачать по организму. Это отложение там в суставах, это развитие вредной микрофлоры, которая начинает все эти вещи там делать непонятные. И прочее, прочее, прочее. То есть вы должны понимать, откуда растут ноги. И рубить не хвост, а голову, начинать с головы. Итак, хронический гайморит 30 лет. 30 лет. Так, а также брадикардия, пульс 43, в детстве занимался спортом, но похоже это врожденное, жить не мешает. Смотрите, брадикардия, конечно, бывает, то есть урежённый пульс по разным причинам. И если урежённый пульс вам не мешает и никак не сказывается, а вообще-то это говорит о том, что у вас очень мощное сердце. Вы это как сократили, и она мощно толкнула. А возможно, если вот как раз она так возникла, что сердце вынуждено толкать вот эту вот огромную массу слизи в крови, то есть мощно проталкивает. Но в основном слабое сердце, она выражается в учащенном сердцебиении, на тарахте. Так что, возможно, у вас очень хорошее сердце. Так, чай сократил, стало получше с энергией. Говорил, что пьет очень много чая. Ага. Я вспоминаю первое его письмо. Чай и вроде как с такой скрипкой заваркой. Смотрите, все, что вяжущего вкуса, а это в первую очередь чай, особенно если он много заварки содержит, вяжущий вкус, конечно, будет влиять на сосуды и на сердце. Это тоже вот может вызвать вот эти вот брадикардию. То есть важно понимать, вот все было нормально, нормально, а вы там любите вот то, а вы тут любите вот это там.
А потом видишь, какие-то там заболевания возникают. Ну, с чего бы это взялось? Смотрите и исследуйте свой образ жизни. Именно в нем находятся причины вашего нездоровья. И кроются причины и возможности вашего оздоровления. Именно там. А не в таблетках, которые пытаются, знаете, вот так питание пускай. Таблетками будем корректировать. Здесь будет, смотрите, что работать. И причина будет продолжать вас угнетать. И еще вот это вот, после того, как эти таблетки подействуют, попытаются что-то там в организме сдвинуть, их надо же выводить, и они начнут действовать. Поэтому будьте разумны. Так. Начал пить настой чаги и противопаразитарный сбор. Ну, настой чаги и противопаразитарный сбор, то сейчас пока еще не ясно, для чего пьется. Ну, продолжим. Протираю шишки на локтях и грибок на ступне каждый день. Тадикампом. Вижу улучшение. Сода и тлин с утра каждый день. Грибок, шишки и так далее. То есть вот на этой слизи, как на субстрате, в течение 30 лет создались условия для того, чтобы заселилась совершенно иная, болезнетворная. А особенно если человек лечился антибиотиками, значит, именно грибковая, не бактериальная, а грибковая микрофлора. И вот как раз вот этот грибок и заселился. И он начинает, грубо говоря, и ноги жрать, он во всем организме. И чему тут удивляться, он уже пророс по всему. А мы его еще подкармливаем там вот сладеньким, вот это вот слизью и так далее. Поэтому тут действительно настой чаги пьется для того, чтобы вот это противопаразитарный сбор, потому что, как правило, знаете, паразиты не одни в организме живут, там живет целое, как бы сказать, этот конгломерат. На одних паразитах, допустим, на слизистых паразитах, таких как грибки, там начинают размножаться листы всевозможные и другие. То есть это получается целое содружество паразитов, которые, знаете, усиленно начинают осваивать наш организм. То есть вот это что там? Ступнях ног, ну это ерунда, жрут ступни ног, жрут эти самые ногти, плюс естественно, они любят суставы, возникают целые шишки, то есть шишки — это видоизмененная ткань, которую уже, суставная ткань, которую изменил грибок, пролазя в нее. Видите, что творится? Естественно, тадикамп здесь может помогать, но важно надеяться, конечно, на свой разум. Вот эти все средства использовать, так сказать, но при этом разобраться со своим питанием, с образом жизни, чтобы вы одной рукой не боролись, допустим, с тем же грибком, а другой рукой, наоборот, удовлетворяя свои вкусовые привычки и прочие потребности, вы не взращивали его. Это важно понимать. Скоро недельный отпуск, и я понимаю, что нужно браться за печень, но сил не хватает. Думаю, при таком самочувствии чистка не получится. Хочу спросить, можно к чистке кишечника пока добавить принятие утром натощак растительного масла с соком лимона или грейпфрута грамм по 50-100? И как часто правильно будет это делать? Смотрите, опять-таки, теперь мы говорим о чистке печени. Опять-таки, у людей, у которых организм, вот эпопея с Эдуардом, у него грибок, у него куча слизи, у него же были листы в этой слизи копошились.
И вот он сколько не пытался почистить печень, это у него не получалось. Из-за чего? Из-за того, что тут написано было, слизь, что стоит слизистая пробка в тонком кишечнике. И через эту пробку не получается, грубо говоря, не пробивается ни масло, ни лимонные соки, знаете, вот ничего. Человек пьет и ничего не получается. Вот это вот важно, конечно, посмотреть. Так вот, важно, особенно если человек слабый, очистка с помощью лимонного сока и оливкового масла или другого масла, она довольно-таки жесткая, требующая напряжения от человека, затрату его жизненных сил. Поэтому, опять-таки, вы можете мягко расшевелить вот эти все эти шлаки. Там как раз в чистке печени побуревой используются травки, после которых травки душистые, там фенхель, там еще что-то там такое. Ну, все они изложены, вы можете прочитать. Вот, а потом уже после того, как это все дело за счет эфирных масел, вот этого всего этого духа расшевелится, тогда уже используется масло. Так вот, вы можете вот эти травки без всякого масла использовать. Причем дозировочку сделать, ну, такую приемлемую для себя, чтобы она жестко вы не чувствовали, что-то там приняли, грубо говоря, там чайную ложку и чувствуете, вас там замутило или еще там что-то с вами произошло. А примерно 1/4, допустим, вот этих вот сбора этих трав. И раза 2-3 в день использовать. Чтобы это все мягенько проходило там. Почувствуйте, как это начинает работать, как эта вся слизь начинает выходить. И не ждите, что она у вас выйдет там за неделю. Понадобится месяц с лишним, а то и побольше, для того, чтобы более-менее расширить. И вот это как только будет поменьше вот этого вот слизи, поменьше вот этого грибка в организме, который сосет ваши силы, и силы организма уходят на то, чтобы как-то его сдерживать, и, естественно, на все остальное у вас просто-напросто не хватает энергии. Тогда уже будет лучше. Очень хорошо можно использовать голодание. Раз, допустим, 2 недели вы используете голодание, поголодали, посмотрели, что, что, как. Изучайте свой организм, возможности, взращивайте его. Вот, допустим, если взять того же Поля Брега, он не делал никаких чисток. У него было питание и голодание. То есть это при разумном применении это два мощных очистительно-оздоровительных средств. Более-менее такое, чтобы питание было, кашки, свежие салаты, тушеные овощи, обилие сока. Но опять-таки, все начинайте потихонечку, а то и соки там дают. И вот, опять-таки, что касается чистки печени, очень на нее хорошо влияет сок свеклы. Маленькая свекла, используйте ее, буквально таки начинайте, чайная ложка свекольного сока молодой свеклы и на стакан этого самого огуречного сока. Если еще где-то яблоки достанете, там, знаете, которые хорошо сохранились, можете с яблочным соком пить. А можете, допустим, смотрите, свекла, сельдерей и огурец. Вот этот сок использовать, попить. Короче, у меня выложено там по питанию книжица в библиотеке про сокотерапию. Можете ее почитать. Там рецептура соков дана. Что, как использовать. То есть за лето вы на соках можете оздоровиться капитальнейшим образом.
и очистить свой организм и избавиться там от грибка. Поэтому используйте вот это вот, мягенькие вещи. Не надо жесткости, не надо насилия над организмом. Если вы понимаете, что это система самовосстанавливающаяся, то вы мягенько, постепенно все это приводите в порядок. Итак, продолжаем дальше. А вот это что-то растительное масло, лимонный сок и так далее, и тому подобное, или грейпфрут. Знаете, когда вот обилие всего, и соду принимает, и тадикам принимает, и там, допустим, тмин принимает, и еще что-то принимает, и все это. Используйте по этапам. Допустим, 2 недели одно, 2 недели другое, чтобы не было привыкания. И по кругу крутите. Так. За это время понял, что нужно чистить не только основные выделительные системы, но и работать над собой в духовном плане. Смотрите, духовный план — это, короче, хорошо. Но что человек понимает под духовным планом, это у каждого свое. Например, одно из понятий духовного плана — это если ты живешь вот на этой земле, ты стараешься участок земли, на котором ты живешь, ну, превратить с помощью своего разума, своих рук, труда в рай, чтобы тебе тут было хорошо. Смотрите, птички поют, тут кипарисы, это не кипарисы, а елки растут, эти самые, что там растет. Ну, много разного рода хвойных деревьев, в том числе редких деревьев, все это продается, взращивается, вот, собачка ходит, надо ее покормить, и так далее, и так далее. Можжевельника много здесь, который как раз выделяет прекрасную атмосферу, которая боятся разного рода там вирусы и прочее, прочее, прочее. Это так, одно из направлений духовного развития, чтобы на земле, где вы живете, с вами жили и другие животные, которые имеют на это право, а не то, что вы тут что-то тут сделали такое, что только я буду жить, а ни воробьи, ни голуби, никто тут не должен быть. Так, значит, выделительные системы. Нам надо, теперь вот смотрите, чистить не только основные выделительные системы, грубо говоря. А что делают выделительные системы? Я немножечко так коснусь выделительных систем. Смотрите, выделительные системы у нас, самое важное, это, естественно, является кишечник. Одно дело, будем говорить, выделительная система прямой кишки, которую выбрасывает, отработана. А другое дело, весь, оказывается, желудочно-кишечный тракт, который выстилан слизистой плотью, выделяет в его полость вещества, начиная с ротовой полости, это выделение идет, и кончая, будем говорить, анусом. То есть все это выделяется, вот, чтобы сброситься потом через толстый кишечник наружу. Это, как бы сказать, первая выделительная система. Далее, естественно, очищает кровь. Это у нас печень. Самая важная, огромная выделительная система. И опять-таки они все это сбрасывают куда? Через желчные пути в кишечник. Далее у нас идут почки, которые заведуют тем, чтобы у нас все было нормально там с кровью, там лишнего там не было. Кровь является магистральной системой, по которой циркулируют разного рода шлаки. И здесь, значит, с чем соприкасается кровь? Кровь соприкасается с легкими, с носоглотками, тоже через нее выделяется. Значит, выделяется, грубо говоря, еще через мочевой канал, идет выделение.
помимо всего прочего. Вот у женщин там по-своему, у нее там побольше слизистая, канал выделения через половые органы. Тоже есть такая штука. Значит, через слизистую глаз у нас идет выделение. Естественно, огромное выделение у нас идет через кожу. Ну и далее. Это мы так вот, как бы сказать, вот действительно как систему взяли выделительную. А у нас еще есть лимфатическая система. Так вот, лимфатическая система, она вбирает в себя отработанные вещества практически от каждой клетки. То есть самая важная часть во всем этом комплексе выделительных систем — это лимфатическая система, которая собрала в себя от каждой клетки ненужное, лишнее, вредное. Потом все это очищает через лимфатические узлы, и все это через лимфатические протоки, здесь у нас имеется, сбрасывает опять-таки это все в кровь, и стоком крови опять-таки подходит это куда? В печени, и выделяется через желудочно-кишечный тракт. Так наша задача — очистить не столько органы выделения, а наша задача вот как раз очистить лимфу. Даже не кровь, а задача очистить лимфу, чтобы каждая клеточка, да, сейчас будем кушать, получала то питание, которое ей надо, и не захлебывалась бы в собственных испражнениях, которые там накапливаются в лимфатической системе. Поэтому тут очень важно крутить жидкость в лимфатической системе. Не сидеть, не лежать там, а, допустим, ходить, очень хорошо париться. Очень хорошо вот это вот потение с помощью вот этого вот испанского плаща, который там описывает. Вот что нам надо очищать. Нам надо очистить лимфу, чтобы каждая клетка могла полноценно работать. И тогда будет энергетика. Энергетика получается и возникает тогда, когда как раз лимфа очищается. Сразу. Так, и что еще? Также нужно исключить все вредные продукты и садиться на диету. О диете. Не должно быть такого понятия. Вообще диета означает образ жизни. Образ жизни, а не только питание. Вы должны выбрать такой способ питания, который бы, вот смотрите, ну, в первую очередь, что касается, вот я заострю ваше внимание, чтобы вы могли полноценно переваривать пищу, для этого питание должно быть дробным, должно быть раздельным. Объем его должен быть небольшим, чтобы вы могли полноценно его усвоить и почувствовать голод, что вы хотите есть. У нас же такого нет уже голода. У нас просто, да что-то там еще бы, что-то там еще бы поел, что-нибудь такого вкусненького. А надо, чтобы голод был. А для того, чтобы голод был, вот смотрите, можно желудок растянуть вот до таких размеров. А можно держать его вот таким вот. Когда желудок растянут, он, естественно, вот так вот сюда выпирает. Что ненормально. Затрудняется кровообращение, затрудняется дыхание, работа сердца и прочее, и циркуляция жидкости вообще в организме. А вот когда мы с вами съедаем вот столько, вот, тщательно жуя, как правило, это один вид пищи, съели его, усвоили. И у нас через какое-то время появляется голод. Вот, так, вот это нормально. И тогда не образуется никакой слизи. Когда мы
соединяем два продукта в одной еде, там смешиваем и еще запиваем и сладким закусываем, тогда, естественно, слизь. Поэтому важно следить за работой своего собственного организма, а именно, чтобы не было никаких газов. Газы указывают на то, что у нас идет уже неправильная микрофлора в кишечнике. Неправильная микрофлора расчисляется по всему организму, все, это иммунитет, он наступает хана потихонечку, вы уже ослаблены. Далее, чтобы мы с вами по утрам не откашивались, не отсмаркивались вот этой слизью. Это также говорит о том, что у нас идет полноценное переваривание. А если у нас образуется слизь, это говорит о том, что мы неправильно питаемся. Мы слабы, наш пищеварительная система. И надо сделать все, о чем я говорил, для того, чтобы привести ее в норму. Если мы не будем приводить ее в норму, а будем надеяться, вот как-то заболел, возраст там, с помощью лекарств, толку ничего не будет. И вот эта практика мировая показывает, что вот это неправильные продукты питания, неправильное питание людей, вот эта кухня, кулинария, приводит к тому, что практически нету здоровых людей. С самого, вот как только грудное вскармливание заканчивается, и пошло уже. Уже дети начинают болеть, а взрослые и тем более. Вот так должна быть не диета, а должно быть сезонное питание. Летом, допустим, больше там овощей, фруктов, сок. Осенью там, допустим, больше, грубо говоря, там картошки там. Зимой там каши с салом, может, на то уж пошло. Весной там, допустим, там сухофрукты, что там осталось. Но все это описано, все это есть. Это вот просто я вам кидаю такие направления, чтобы вы углубились, если вы хотите в этом деле стать. Вообще, если вы хотите, чтобы у вас было здоровье. Здоровье зависит от вашего ума и от вашей дисциплины. Если нету ни ума, ни дисциплины, а вы там что хотите скушали, сколько хотите скушали, как это, то у вас и будет. А вот это вот садиться на диету, потом с нее слез, особенно, знаете, когда сбрасывают вес, 5 килограмм веса потеряли за месяц, а потом, все, я добился того, к лету я стал, смотрите, стройненьким. Потом буквально таки за полмесяца набирается 15 килограмм. Сбросили 5, набрали 15. Что это за диета? Это неправильно. Должно быть выверенное питание на всю оставшуюся жизнь. Вы кушаете нормально, такой-то завтрак, допустим, такой-то у вас обед, такой-то там ужин, там еще что-нибудь. Летом это то, зимой это то и так далее. Все это можно сделать, тем более, если вы будете использовать мою целебную кулинарию и блюда из проросшей пшеницы, вы будете снабжены наилучшими витаминами в наивысшем качестве своей полезности. Так, дальше. Процессы очищения должны превышать процессы загрязнения. Вот это вся, это, знаете, вот такая теоретизация процесса очищения, процесса этого. Что вы должны, понимаете, жизнь это такой естественный процесс, в котором все подогнано друг к другу. Нету никакого ни загрязнения, никакого там очищения и так далее. Все идет нормально, если это все естественно. Если мы начинаем использовать неестественные продукты, если мы начинаем с вами вести неестественный образ жизни, у нас основное, как бы сказать, получение удовольствия становится еда и напитки, и лень, ничего не делаем, не смотрим там что-нибудь такое. Естественно, мы живем неправильно, и наши сформированные в течение там многих тысяч лет
органы жизни, питание, выделение и так далее, они не могут вот это всю эту новизну переварить, усвоить и вывести. У нас нету, допустим, этих самых органов выделения, которые бы выводили лекарства. У нас нету. Это появилось вот буквально такие обильное использование лекарств последних, наверное, где-то лет 50, когда вот это вот пошло. Это 60-го года, ну да, 60 примерно лет. Что люди начали, я там приму там таблеточку и так далее. Нету у нас органов, которые выводят таблетку. Нет у нас органов, которые выводят какие-то химические добавки, которые внесены во время производственного процесса в продукты. Поэтому это и ведет к такому накоплению. Если же все будет приготовляться естественно из естественных продуктов, в этом отпадает надобность. У нас все работает нормально. И не надо ничего там что-то такое делать. А то что-то наедимся, потом чистимся, наедимся, потом чистимся. Но это неправильно. Это вообще не тот путь, который должен быть. Путь разумного человека – это вести жизнь свою так, чтобы здоровье приумножалось, а не растрачивалось. Есть естественные продукты, есть нормальное количество пищи. Достаточно двигаться, соблюдать спокойное состояние сознания, вовремя ложиться, вовремя спать, там, работать по мере сил, и все будет нормально. Вот что я вам хотел бы сказать. Так что будьте разумны. Это самое первое. Больше включайте свой разум. И тогда у вас будет все нормально.